25 лекарств. Эта брошюра написана как лечебное средство, утешение, духовный рецепт, а также как визит к больному и пожелание ему скорейшего выздоровления. Седьмое лекарство. О человек, потерявший радость своего здоровья! Твоя болезнь не портит радость здоровья, дарованного Всевышним, а напротив, дает вкусить эту радость, умножает ее. Ибо если что-либо имеет продолжительность, оно теряет свое воздействие. Даже знатоки истины согласно говорят. Все познается по своей противоположности. Например, если не будет темноты, мы не поймем, что такое свет, не познаем его радости. Если не будет холода, мы не почувствуем тепла, не испытаем наслаждения им. Если не будет голода, еда не принесет удовольствия. Без жажды питье воды не даст услады. Если же не будет болезней, здоровье не доставит радости. Поскольку мудрый Творец желает дать почувствовать человеку многообразие своей милости, дать вкусить все виды своих благ и даров и побудить человека к благодарности, о чем свидетельствует то, что он снабдил человека множеством различных инструментов и органов, способных вкусить и познать бесчисленное множество разнообразных благ и даров в этом мире, то, конечно же, подобно тому, как он дарует здоровье и хорошее самочувствие, так же он даст и болезни, и недомогания. Спрашиваю тебя, если бы болезнь не коснулась твоей головы, рук или желудка, благодарил бы ты Всевышнего, почувствовав сладкий, приятный божественный дар, таящийся в здоровье твоей головы, рук или желудка? Очевидно, ты не только бы не благодарил Всевышнего, а даже не задумался бы, бессознательно потратив свое здоровье в беспечности и даже в распутстве.